Салам алейкум, кардаш. Очередное проявление тюркофобии в Ереване засняли на улицах Еревана. В социальных сетях появились кадры, на которых на площади Матинадаран в столице Армении разгуливает молодой человек с турецким флагом на штанах. Находящиеся рядом армяне настойчиво требуют у него снять или стереть флаг с джинс, заявляя, что Турция является врагом Армении. Remove this Turkish flag. Here is Armenia, and Turkey is not our friend country. Remove it. We don't understand. You understand very good. So remove this. Remove the Turkish flag. Gatchuni gortat ate gortachi. Zhagavort Khayastani. По информации армянских СМИ, молодой человек был иностранным туристом. Несмотря на это, он и его два товарища, по подозрению в шпионаже, были доставлены в отделение полиции.